Всем привет! Димаш Кудайберген вернулся домой из США. В этот раз его не встречали в аэропорту поклонники его творчества, как это было ранее. Возможно, скромность артиста не позволяет устраивать пышные встречи при обычной деловой поездке. Зато дома ждали много гостей. Ведь отмечался день рождения у одной из бабушек артиста Миуа Апа. Было опубликовано много приятных фотографий друзьями и родственниками артиста. Димаш на своей странице тоже показал фото с братом и с юмором написал: «Каждый раз, когда я возвращаюсь домой, я нахожу еще более взрослого младшего брата Абиль Мансура». Конец цитаты. И далее он рассказал о своем друге. «Мы с Айсултаном начали дружить с того момента, когда Мансур только родился. Мы дружим почти половину жизни. Помню, как мы вместе поступили в музыкальный колледж в Актобе, потом вместе поступили в университет искусства в Астане. В студенческие годы мы жили вместе в студенческом общежитии. Оставайся таким же человечным и порядочным, мой дорогой друг». Конец цитаты. Да, друзья, Айсултан и друг детства, и первый музыкант, и первый артист в клипах Димаша. Приятно видеть теплые отношения двух семей. Президент после президент Бәлежелі қашып болсын. Осынау азаматымыз өсіп өнген кезде, әрбір шаттықты күндеріне, әрбір жеңісті күндеріне көңіліміз қуаныштан тасып толсын. Ендіше... Друзья, давайте поблагодарим гостей за новые фото артиста и его семьи. Очень приятно видеть радостные лица. Зрители наших каналов, посмотрев новые фото Димаша, отметили, что артист после поездки в США несколько похудел. Но не беда, сейчас он будет под пристальным вниманием мамы и бабушки. Впереди шоу в Армении, а афиши уже установлены на стадионе. Всем счастья и здоровья, с вами был Петр Грик.